Это взорви голова. Когда Taco Bell вернул назад мексиканскую пиццу, у нас Taco Bell'а нету. А у них уже были пиццы? Когда кто-то другой начинает насмехаться над твоим братом или сестрой. Ну, типа, только ты можешь над ним издеваться, а если кто-то другой, то ты ему ебало набьешь. О, сейчас я покажу. Котенок, отвечай! Слышь, Вася, потеряйся, быка, зубы на месте. Это за Мазелов 10 лет. Мазелов в натуре. Wi-Fi фан. Сефирот. И улыбнулся такой. Да-да-да. Пиздец, вот это реально неожиданно. Так. И победитель... Опять Рома. У меня ноль. Когда ты открываешь открытку, а там... А, да, открываешь открытку от бабушки, а там деньги лежат. Или же паук в твоей комнате защищает тебя от... Ночью защищает тебя от комаров. Небо с Папичем прекрасны, хоть он сам такой себе, такая себе личность. Выбал, я отвечаю. О май гад! О май гад! О май гад! У меня не получилось. Единственную гифку нормальную получилось мне найти с Папичем. Уважение. Твои родители, ты должен сохранять свои деньги на будущее. Это самое будущее. Или же твоя личка после того, как ты... Я не знаю, что это, поэтому я сголосую за первое. Ладно. Нет времени переводить. Я помню по поводу трапов, Перл был интересный. Мы на ИЧе, короче, игры смотрели, там категория, значит, точнее, тег трап. Я такой думаю, бля, ну сейчас игры с ловушками будут, мы все поржались с этого, там реально игры с ловушками. Блять, я не успел. Нет, там гифка была хорошая. Просто нету гифок. Там была хорошая гифка, блядь. Никто не успел. Макдональдс. Это типа работа в Макдаке. Это моё. Я знаю, за что я проголосую. Серьезно? Рома, как водитель городского автобуса, разбирается с пассажирами. Я выбрал. Я пыталась, короче, найти эту гифку. Найти там, где эта бабка в автобусе, которая угрожала всем. А там такие эти мемов нету, вот этих вот. Мемы потише надо. Что-то подсоков нету. А мне с Папичем на самом деле понравилось. Так, твой мозг пытается вспомнить пароль, который ты создал 3 месяца назад. Или же первая ночь в отеле Be Like. Бля, Лин, реально, согласен. Полностью поддерживаю. Блять, у меня сразу идея была, что искать в гифках для этой идеи, но я забыл о ней моментально же. Как и пароль 3 месяца назад. Он не хочет ретардов искать. Your brain trying to remember a password you created 3 months ago.
This person understood the assignment. I'm excited to see where this goes. Джимми Нейтрон — это классика. А когда ты на школьном на школьной дискотеке без парочки для танцев, или же когда тебя наняли на работу и ты очень некомпетентный, ладно. Но в глубине души на самом деле нет, не похуй. Ну, это тоже я. Я всегда с наушниками. Да, особенно на школьных мероприятиях или шараги, там, потому что там невозможно без наушников сидеть, так как музыка, которая там стоит. Это с пацанами. Звездные дитя. Типа, танцуешь один, когда не два. Да вообще просто ебашишь. Давайте поднимем Катю. Ни хрена. А, когда ты зашел в комнату с незнакомыми людьми, и все пялятся на тебя. Или же поколение Z, когда они осознали, что они тоже скоро вырастут старыми и станут насмешкой следующего поколения тоже. Ладно. When you walk into a room of strangers and everyone stares at you. Thanks to this trip, I now see the beauty in humanity. Operation Doom. Я не знаю, почему это на Егора похоже. There it is. What? Is. Love is War? Вроде. Называется. Когда тебе снится то, как ты сдаешь экзамен, но потом просыпаешься и понимаешь, что это выходной. Или же твой сонный демон сонного паралича, когда на часах уже 3:30. Мы любим шизу. Your sleep paralysis demon when the clock hits 3:30 a.m. Тут только надписи не должно быть. Yeah, I get it. Кстати, точно такая же спинка есть. Когда ты увидел человека, носящего такую же одежду, как и у тебя. В зависимости, где у тебя курсор там и блестит. Ну, это прикольно. Мне бы пацанам нравился. Hashtag my life. For real. This one killed at Roblox last year. So much hype for this one. К сожалению, не нашел какой-нибудь гифки, где одновременно будут изображены два двойника Пригожина, поэтому пришлось дипфейк ставлять. Когда тебя укусил радиоактивный паук? О, скелот присоединился даже. И тут самая неинтересная для него тема. Скелот супергеройку вообще просто не любит, потому что неинтересная абсолютно. Вот. Чего ему неинтересно? Он супергероев не любит. Абсолютно неинтересно. Значит, он твою гифку не выберет. Он выбрал гифку. Или... Я имею в виду, не проголосуют за нее. Ты же пауков хуяришь. Вот это же твоя? Нет. Это моя. Imagine Dragons. А, лихорадка. Ладно. Joy Division. Да вы чё нахуй, угораете, что ли?
Я за скелоты, у него самый реалистичный вариант, когда просто, просто лихорадка уже накрыла после этого. Чисто потом скинуть, вы на Кёртиса превращаетесь. Материалы обученных пожарных, которые разгребали, ну, не разгребали, пытались тушить Чернобыльскую АЭС, но, к сожалению, тут такого не найти в камере. Катя, ты гений. Я там в сторонке. Катя после того, как ответила на один имейл. Или же... А, ну вот, когда поколение Z, когда они понимают, что они скоро тоже станут стариками, а над ними также будут прикалываться. Выбор очевиден. Давайте на равных. Go after answering one email. Бля, в натуре Асика показывает, он же это сам не может. This one hurts my brain. If I knew what pain was, this would hurt. Nice one here. Давай дальше. Massive cringe. Когда родитель смотрит на то, как ты играешь в видеоигру и видит кого-то с кентили, типа как-то откровенно одетого. Да, в чате лежит такой. Лёг. Пошлость. Звенящая пошлость. I'm curious to see where this one goes. Ну это типа ты офигеваешь. Да. Родители увидели. Когда ты говоришь со своей тетей на семейном собрании, она говорит что-то очень неуместное. Что за хуйня, я возволю. Да. Не, ну подходит. Ни хрена. Dice from cringe. My honest reaction. Егор, когда кот не может остановиться, ну, тереться у него. Ладно, ладно, пусть вот это. Блин, у меня не получилось найти то, что я хотел. Давайте я буду. Ладно. Это последний же раунд будет. Да. Пусть это будет уже последний. Да, уже сразу выходим. Это как? Ладно. А вы кто? Идите. Все, окей. Все, давай, пока.